Мне поступает информация, что здесь, как и по всей стране, есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий. Некоторые обнаглели до того, что если приехал на машине отремонтировать государственную машину, команда с Польши, у нас эти есть все телефонные разговоры, давить ментов. За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицу? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103? Мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди, даже если они где-то ошиблись. Простите им.